Всем привет, друзья! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня у меня воскресенье, уютный осенний день, и я решила, почему бы мне не записать влог, немножечко с вами поболтать, и, как вы уже, наверное, догадались из названия, это видео я записываю в рамках совместного проекта, который называется Hugo Dom, и это значит, что в этом видео мы будем с вами говорить также о всяких домашних уютностях и вообще о том, что такое Hugo, поэтому, если вам интересно, немножко поговорить о чем-то уютном, теплом, таком домашнем и комфортном, то устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе, берите вязание и давайте начнем. К слову, друзья, погодка сегодня очень располагает к тому, чтобы поговорить о чем-то уютненьком, поскольку у нас идет дождь. Впрочем, давайте я вам просто его покажу. Ну что, друзья, как вам наша погодка? Мне кажется, она очень уютная. Не хватает, знаете, чего? Не хватает чая, наверное. Поэтому я сейчас, наверное, заварю чай. Вы тоже завариваете себе чаек. И давайте я расскажу вам немного о совместном проекте. А также я хочу показать вам покупочки пряжи. Дело в том, что ко мне приехали две посылки. Одна из них от Кати Шаповаловой из Ирландии, а вторая с пряжей, которую я уже успела мелькнуть в предыдущем влоге. Вот, в пятницу показывала вам эту посылочку, и предлагаю сегодня все это распаковать, и я вам детально расскажу, что из этого я буду вязать, зачем вообще я это все покупала. Поэтому, да, давайте заварим себе чай и встретимся с вами уже за покупочками. На самом деле, друзья, мне хочется не просто рассказать вам о совместном проекте, а поделиться настроением и атмосферой своего воскресного, такого расслабленного, абсолютно домашнего дня. Я сняла несколько атмосферных моментов, когда я готовила для себя чай, организовывала уютный уголок для того, чтобы сесть и заняться любимым хобби, и немного для вас поснимала. Поэтому, пока вы будете наслаждаться этими атмосферными видео, я немножечко расскажу вам о совместном проекте, а также о том, что такое хюгге и как устроить хюгге у себя в доме. Начну, друзья, с того, что расскажу вам в нескольких словах о том, что это за совместный проект, кто его организатор. Хотя, я думаю, вы догадываетесь из названия, что этот совместный проект организовала моя подружка, ее зовут Катя, у нее есть свой канал и называется он «Hugo в петлях». О канале Кати я рассказывала вам уже неоднократно на своем канале, но в любом случае я искренне всегда вам советую этот уютный и атмосферный канал, а также ссылочку на него
и на каналы других участниц я оставлю внизу в инфобоксе, поэтому заглядывайте, потому что, друзья, уже завтра, в понедельник, 26 октября, на каналах у девчонок выйдут уютные атмосферные видео, в которых они поделятся о том, что для них хюгге, как они это понимают, и также, что уютненького они собираются вязать этой осенью. Как я уже говорила, друзья, это видео я снимаю в рамках совместного проекта, который называется «Хюгге в дом». В последние годы слово «хюгге» стало очень популярно и плотно вошло в нашу жизнь, хотя возникло оно в Скандинавии и означает способность получать удовольствие от обычных вещей и умение наслаждаться жизнью, моментом. Хюгге – это скандинавская философия о том, как быть счастливым. Причем быть счастливым каждый день. На самом деле, сделать себя счастливым можем только мы сами. И для этого совсем не обязательно обладать всеми богатствами этого мира. Главное знать, что делает счастливым именно тебя. Хюгге – это не вещи, это атмосфера, это наши ощущения, это чувство покоя, безмятежности и защищенности, которые мы испытываем, находясь дома, в окружении любимых людей. Чтобы создать хюгге, нужно создать уют. И сегодня, друзья, я хочу поделиться с вами несколькими скандинавскими рецептами о том, как создать хюгге в доме. Первый и самый простой рецепт – это зажигать свечи, либо просто вечером немного приглушить свет. Дело в том, что мягкий, теплый свет помогает нам расслабиться, отдохнуть и легче заснуть потом вечером. Кроме того, друзья, вы знаете, что в Скандинавии довольно специфическая погода. Большую часть года идет снег, дождь, довольно пасмурно и серо. Именно поэтому свечи и мягкий, теплый свет от ламп, камина, свечей. Он помогает создать дома уют. Второй рецепт создания хюгге в доме заключается в том, чтобы организовать максимально уютное место для отдыха. В этом укромном местечке вы или ваши близкие смогут в тишине выпить чашечку чая, почитать книгу или просто помолчать, наблюдая за тем, как живет город или тихо падает снег. Для этого отлично подойдут балкон, кресло у окна в гостиной или просто укромный уголок на кухне. Принесите туда плед, подушки, любимую книгу или альбом с дорогими сердцу фотографиями. И поверьте, 10-15 минут в день, проведенные в таком уютном месте, обязательно вернут вам душевное равновесие и подарят ощущение счастья. Что еще, друзья, может помочь вам создать хюгге в доме? Конечно же, это порядок. На эту тему я могу говорить бесконечно, но лучше я посоветую вам один очень полезный канал. Он о том, как тратить минимум времени на уборку и при этом содержать дом в максимальной чистоте. Называется канал «25 часов в сутках». Ссылка будет в описании. А также, друзья, я хочу посоветовать вам создать и всегда держать под рукой набор любимых вами вещей, которые позволят расслабиться и восстановить душевное равновесие после напряженного рабочего дня. В моем списке это свечи, вкусный шоколад, ароматный чай, книга с захватывающими приключениями, смешные фильмы, любимый сериал, пара теплых шерстяных носочков, связанных своими руками, мягкий, уютный плед, романтичная музыка, альбом с семейными фотографиями. И с полной уверенностью, друзья, я могу сказать, что в этом списке всегда есть пара-тройка вещей, которые способны сделать меня счастливой здесь и сейчас.
Если говорить, друзья, об уютном осеннем вязании, то мне кажется, что сейчас на спицах у меня самый атмосферный проект этого месяца. Это сентябрьский свитер. Вяжу я данный джемпер по платному описанию от моего любимого и довольно известного датского дизайнера Mette или Petite Knit, да, так еще она известна на просторах вязального Instagram. И я вяжу этот свитер из пряжи Drops Air с добавлением бобинного кедмахера. В общем, такой уютный бежевый пушистик сейчас у меня на спицах. Как я уже успела сказать, вяжу из пряжи Drops Air. Всю информацию для вас подпишу в инфобоксе. Также обязательно оставлю ссылочку на данное описание. И на самом деле, друзья, мне хотелось бы сказать, что я совсем не спешу закончить этот процесс, поскольку он такой вдохновляющий, что я наслаждаюсь каждой петелькой. Когда мне выпадает возможность насладиться личным временем и заниматься любимым хобби, я стараюсь взять этот проект, немножечко его провязать, вдохновиться, знаете, наполниться чем-то позитивным и уже браться за другую, скажем так, менее приятную работу, но тем не менее ту, которую стоит также сделать в ближайшее время. Это я сейчас говорю о худи для мужа, если что. Поэтому, друзья, еще хочу дать вам один маленький совет, он будет касаться создание хюгги, не только да, в своем доме, но и в своей душе. Это всегда иметь любимое занятие, любимое хобби и какой-нибудь такой уютный вязальный процесс, который будет вас вдохновлять, наполнять, заряжать энергией, да, дарить желание творить и радоваться. Вот. Итак, друзья, я заварила себе чашечку чая. У меня за окном так уютно барабанит дождь, и я хочу немножечко с вами поболтать, пока Оливия отправилась на свой дневной сон, рассказать вам немножечко о совместном проекте, который называется «Хюгги в дом», и также поделиться с вами своими идеями для уютного интерьерного вязания. Начну я, наверное, с того, что скажу огромное спасибо Кате с канала «Хюгги в петлях» за то, что она пригласила меня поучаствовать в этом совместном проекте, и ссылочки на всех девчонок-участниц будут в инфобоксе. Поэтому обязательно заглядывайте и узнавайте, что классного, уютного, интерьерного решили девчонки повязать этой осенью. Вот. А я сейчас поделюсь с вами теми идеями, которые есть у меня. И начну, друзья, наверное, с того, что покажу вам пряжу, которая уже мелькала, правда, в закрытом состоянии в моем предыдущем влоге. Я показывала вам огромный пакет и говорила, что я заказала пряжу для уютного интерьерного вязания и предлагала вам угадать, что это будет. И, друзья, многие из вас оказались абсолютно правы, когда предположили, что я заказала акрил для того, чтобы связать красивые рождественские носки на камин. Да, это будет именно такое вязание, и я заказала пряжу в двух оттенках, это красивый рождественский красный и белый. Давайте, наверное, я достану сейчас пару моточков и покажу вам их немножечко ближе. Итак, друзья, я принесла уже пряжу, достала несколько моточков. Давайте, наверное, возьмем белый моточек, на нем будет лучше видно. Пряжа называется We Love Yarn, вот таким образом. Здесь указано, что это классическая акриловая пряжа, и, к слову, она очень-очень мягенькая и такая приятная. Вот. Состав, естественно, 100% акрил на 50 грамм, 150 метров. Здесь также производитель указал нам спицы, которые он советует использовать. Это номер 4, а также 4,5. Примерная плотность вязания 19 петель на 27 рядов. Белая пряжа у меня в оттенке номер 1, а красная в оттенке номер 22. И посмотрите, какой это замечательный красный цвет. Вот, кстати, пряжа действительно очень-очень мягенькая. С нее будет как приятно вязать, так и использовать для каких-то интерьерных деталей. Вот, значит, как я вам говорила, я заказала целых две упаковки пряжи. У меня одна упаковка белого цвета и одна упаковка красного цвета. Я заказала так много пряжи, поскольку мне нужно связать три таких больших интерьерных носка на камин. И вязать я буду в две нити, то есть я буду брать нить в два сложения. Вот, поэтому хочу, чтобы пряжи мне точно хватило на три носочка. И, конечно же, я надеюсь, что у меня еще немного останется, тогда
Если это все так сложится, как я планирую, то тогда еще появится наволочка на подушку, и ее я планирую вязать жаккардом с какими-нибудь крупными снежинками, в общем, что-то такое очень рождественское. Давайте немножечко расскажу вам об носках и почему, собственно говоря, я решила их вязать. Дело в том, что Оливия у нас находится уже в таком возрасте, когда она понимает, что такое праздник, и нам с мужем очень хочется создать для нее приятные воспоминания о детстве, о каких-то праздниках семейных, и чтобы у нее всегда, знаете, было приятное ощущение приближающихся праздников, чтобы она их ждала. Вот, поэтому мы решили в этом году сделать для нее небольшие приятности, и на протяжении декабря, да, мы будем праздновать адвенты, я вам немножечко об этом уже рассказывала, делать ей какие-то милые приятности и эти подарки складывать в носочки на камин. Именно поэтому, друзья, муж и попросил меня связать носки, но, конечно, их можно было заказать на сайте AliExpress или купить в каком-то супермаркете, но они такого плохого качества, что, мне кажется, это носки на один сезон, потом они немного припылятся, и их раз постираешь, и все, можно уже отправлять их в мусорное ведро, потому что они расклеятся, либо просто потеряют свой внешний вид. Вот, именно поэтому я решила приобрести акриловую пряжу, да, и связать их самостоятельно. Кстати, друзья, я искала мастер-классы, есть ли на YouTube мастер-классы по вязанию таких носочков, и я нашла очень хороший мастер-класс на канале у Саши by Sandra Pike. Она, кстати, в прошлом году вязала такие носки и сделала мастер-класс, за что ей большое спасибо. Ссылочку на ее видео я оставлю вам внизу. Кстати, я буду вязать именно по ее ролику, поэтому заодно смогу протестировать и показать вам результат. Значит, по моей задумке, у носка должен быть такой широкий отворот, как резинка, как пагаль иногда, поскольку я хочу, чтобы носки больше напоминали сапожек. И, собственно говоря, весь остальной носок будет вывязан красным цветом. Возможно, на белом вот этом пагалинке, который будет отворачиваться, я вышью, либо вывяжу жаккардом инициалы наших имен, вот, либо сделаю просто какую-то декоративную вышивку, либо вывяжу жаккард. Я еще точно не решила, но, скорее всего, там будет какое-то оформление. Вот. Это что касается моей задумки. Вот. Очень надеюсь, что у меня скоро получится приступить к этому вязанию и рассказать вам об этом процессе немножко детальней. Также, друзья, хочу сказать, что обязательно присоединяйтесь к нашему совместному проекту. Я напишу сейчас на экране хэштег, и если я или другие девчонки, мы вдохновим вас на вязание для дома, то вы можете к нам присоединиться и в Инстаграм выкладывать фотографии с данным хэштегом. Вот. И 2 ноября Катя, организатор данного совместного проекта с канала «Хюгги в петлях», она сделает видео с подборкой фотографий всех участников и поделится ими на своем YouTube-канале. Поэтому не забывайте подписываться на канал девчонок, в особенности на канал Кати, и обязательно принимайте участие в данном совместном проекте. Вот. А сейчас же, друзья, я, наверное, вставлю подборку фотографий, которыми я вдохновлялась, когда думала о интерьерном вязании для дома. Вот. Я покажу вам идеи носочков рождественских. Возможно, какие-то из этих идей понравятся вам. В общем, друзья, на этом у меня на сегодня все. Такой небольшой, коротенький, но довольно атмосферный воскресный влог у меня получился. Я надеюсь, что вы приятно провели время в моей компании. Возможно, немножечко повязали. Возможно, мои идеи на
интерьерное вязание для дома на осенне-зимний период немножечко вас вдохновило или просто подарило вам какие-то интересные идеи. В любом случае, я очень рада буду увидеться с вами в комментариях. Пишите, что для вас хюгге. И также, друзья, не забывайте участвовать в нашем небольшом совместном проекте. Возможно, мое видео или видео других девчонок вдохновит вас на то, чтобы немножечко обуютить свой дом и связать что-то простое, да, незамысловатое, не обязательно дорогое своими руками, тем самым привнеся атмосферу тепла и счастья в свой дом, подарив эти приятные эмоции своим близким. И да, обязательно делитесь своими работами либо на YouTube, ставя под своими роликами хэштег, либо в Инстаграм, отмечайте как публикации, так и сторис, делитесь своими работами, и уже 2 ноября на канале Кати выйдет видео с итогами, а также 2 ноября выйдут видео у других девчонок, в том числе и у меня, в которых мы вам покажем, что нам удалось навязать уютненького такого для дома. И да, на этом я точно буду заканчивать. Еще раз огромное спасибо за ваше внимание, за ваше время, и надеюсь, увидимся с вами очень скоро в следующем видео, и всем пока!